Добрый день! Хочу показать, как после замены свечей на новые Opel Corsa D 2007 года выпуска с пробегом вот уже больше 88 тысяч стала заводиться на холодную, то есть после того, как она простоит несколько часов. Это происходит летом, не зимой. Она заводится со второго раза. Итак, запускаем первый раз.